Иго! Да. Всем привет, с вами Енот, с вами Endless Space. Не знаю, нравится мне эта игра, я хоть половину нифига не понимаю. Но она мне нравится. Всю империю я знаю. А, что-то новенькое. Так, очередь исследований. А нет, еще идет, смотрите-ка. Собаки все бегают и бегают, бесит меня. Так, наверное, надо бы прервать им взлом. Адамантия 10, давайте. Нужно купить адамантию. Нормально. Так, и мне надо будет купить адамантий как-то. Хотя бы давайте десятку возьмем. Текущий расход на содержание составляет 96. Это постройка повысит расходы на содержание каждого бегуна, которого уже построили. На 50 текущий расход на бегунов. Без разницы. Они думают, меня этим напрягают. Так, что я хотел сделать? А... Давайте отменим взлом. Да, пофиг. Допросить не могу. Шифр не могу. Блокировка не могу. Да ладно, будем потихоньку взламывать. По идее, вот это тоже надо использовать. Ну, мне как-то вообще вломы это все делать, если честно. Я могу еще где-нибудь сделать. Так, блокировка. Растем, растем. Правда, не знаю, пока что с этим делать. Это прям боевой товарищ. Так, что мы можем сделать? Нам нужно на плот. Процентов урона. Это хорошая вещь. Так, я даже не знаю, куда мне лететь. Полетели туда. Полетели сюда. Полетели сюда. Черт, вообще, капец они здесь сносят. У них здесь флот аж выше крыши. Так, нам нужен нормальный союз. Сафоны, твари. Sometimes it's hard to tell your friends from your enemies, isn't it? То есть мы с этим уродом теряемся, да? Нормально,
надо будет отбить. Speak quickly. Да ладно. Не офигел? This is as it should be. Ну-ка, а что это у нас здесь? Создать бэкдор. Готово. Так, строится. Что это такое? О, награда, оборона, хорошо. Реанимация, пусть тоже будет. 73 не хватает, да ладно. Ну, я вложился достаточно в него. Договор разорван, ваш договор. Хлорис из Грас явно поддерживает одного мнения насчет мятежников и бесконтрольных ресурсов. Ваши научные открытия ускоряют глубины процесса Академии. При этом считается, что широкий спектр опыта их необычных источников должен помочь научной мысли. Академия финансирует бла-бла-бла. В Академии и ваших системах растет недовольство. Сохраните репутацию. Че? Империи необходима новая продукция. Не менее 234. Это просто 84, да? Великолепно. Благодаря упорству и слепой удаче вы получаете приз фотобомбиста и все его секреты. Но пока вас осыпают комплиментами и словами благодарности, один вопрос остается открытым. Как воспользоваться его продвинутыми, хоть и подлыми навыками, и обратить их во благо Империи. Реаниматор, да. Так. Пойман. Словно рыба. Да, прикольно такой. Извивающийся на крючке. Его ловкости не хватило, чтобы уйти от вашей корабли. Этот дерзкий смутьян и сумасброд теперь в наших руках. Но что теперь... На что делать с ним теперь? Умный, но коварный. Смекалистый, но беспринципный. Таланты этого преступника могут хорошо послужить обществу. Реабилитация, вот ответ. Фотобомбист быстро соглашается на любое предложение, лишь бы избежать тяжелого труда на далеком скалистом астероиде. Он уверяет, что сожалеет о своих поступках и даже хочет работать, чтобы компенсировать галактическому обществу все эти неприятности, которые ему принес. Будем надеяться, что он не окажется от своих убеждений доставить корабль в Академию. Давай его туда поставим. Если его слова искренни, и он на самом деле извиняется, то расчетливый острый ум помогает ему очень хорошим адмиралом. Отправьте его учиться в Академию. Блин. Кто? Где? Опа. Ты кто такой? Ба. Ну давай посмотрим, что из этого выйдет. Наверное, меня правда раскидают. О, у него как раз истребитель есть. Было бы интересно глянуть. Так, это кто? Это мои, да? Так, щиты есть. Началось!
А как вернуть обычную? Не, это, конечно, хорошо, ты бы показал бы как-нибудь. Так, мы им два сломали, один тогда. Хороший у них корабль. Бегачи вы, ребята, бегачи. Не, ну конечно, когда лазер есть, чё б нет-то. Разбили. Вот это были вообще? This contact is unwelcome. For what reason do you interrupt our crusade? Так, чувак. Comrade, let us toast to the motherland. Да я даже не знаю, что тебе еще предложить. Науками мы меняться не можем, у нас нет научного объединения. Как же с вами засоюзничать? Hearing from you is pleasing, like unexpectedly seeing our reflection. Greetings. Your hospitality is appreciated. We are sad to refuse this offer. В общем, никто не хочет торговать. Что мои, что не мои, не понимаю. Так. Все потихоньку. А что это? А где это? Плохо дело. Да, не подстрел, что-нибудь вырубит мне. Собака какая. Отменено, да простите, отменено. Отстой. Так, это он сделал, сейчас делается теперь вот это, да? Хорошо. 6 ходов, да вы с ума сошли. 1 ход. Блин, плохо дело. Ага, есть. Я с вами потом разберусь. Ну это бегемот, он мне не особо-то нужен. Ну давай сюда сделаем. Есть. Меня назначили в академию. News of you is welcome. В смысле, я не могу им управлять? А нет, могу, полетели. Отлично. Что это значит? Эй, я вас к чему вообще? All those who share its ideals. Do you? Надо их с Сафона пойти бы расфигачить. Hello, hello, hello. Разберитесь уже там, а? Некоторые седовласые ветераны смотрят на Ринкуса с предубеждением, но его умение быстро находить креативные решения и веселые шутки помогли ему завоевать всеобщее расположение. Нам дали героя. Отлично, и на коне он. Так, еще пока строим.
строится, это хорошо. Что? Что это значит? Офигеть! Уничтожитель. Уничтожитель направляет всю мощь своего огромного корпуса в единственную пушку. Как следствие, у него ограниченное количество ячеек. Зато он может стрелять снарядами, способен пролетать через всю галактику, уничтожая целые звездные системы. Издалека. Его можно улучшать, повышать частоту выстрелов и скорость снарядов. Внимание! Специальный вики-мод отключает его изначальную маскировку. В том числе на время специализации. Отсутствие чертежа. Чертежи уничтожителей. Так, ладно. Это какой-то Джаггернаут. Самый крупный и сильный корабль в галактике. Его можно помещать во флоты и улучшать, добавляя ячейки или разблокировав ионную волну. Мощную способность, связующую урон всем флотам в узле. Внимание, специальный бегемот, да. Специализация цитадель превращает бегемота в многофункциональную оборонительную крепость. Корабль укрепит систему и исчезнет после специализации. Цитадель позволяет создавать в системе, куда она встроена, уникальное улучшение. А еще она дает защиту от снарядов уничтожителя, которую можно усилить щитом уничтожителя, чтобы делать оборон. Примечание. Щит, наконец, цитадель, да. Ну, это я могу сделать, но... Нет ресурсов. Да, мне нечего здесь улучшать, иди лесом. Бомбист, блин. Надо его куда-то на систему назначить. Вот это нужно. Вот это нужно. Черт его знает, все равно прокачается весь. Че у нас экстаз, да? Сумасшедший эколог. Так, ладно. Пока не могу. Проблема, что у меня неудачные союзы, и мне надо как-то с ними прекращать войну. Давай пока сиди в системе. Где мы тут? Всё, не беси меня. Создать бэкдор. А, я сюда вломился, да? Черт. Спящий, вот это хочу проверить. Жди. Что, бегемот это отдельная тут тема какая-то. Что? Империя необходима. Ага.
Звездный крейсер, да ладно. С ростом славы и могущества вашей империи бунтующие герои начали всерьез задумываться, прежде чем вступать с вами в конфронтацию. Они хотят основать свою империю или предпочитают исследовать территорию, учитывая и испытывая себя в схватке с древними силами. Соглашение достигнуто меморандумом, подписанным, и жизнь в Академии возвращается в нормальное русло. Проблема не исчезает, но время отступило. Но время наступило. Лидеры Академии благодарны вам и даже впечатлены. А это, поверьте, немало. Horatio feel content, any... Our friendship is something... Так, где-то я видел. Так, мы растем, флот у нас растет. Пока не знаю. Нету, мне нужно как-то его восполнить. А нечего делать, давайте пока хоть деньги погоним. Сейчас, у меня там основное задание, куда проникнуть? Лебедь. Так. Мне даже здесь еще есть узлы, да, такие странные. Пойду к тому узлу. Так, Сафонов надо пинать, пока мы можем, вообще не знаю. Либо с ними мир заключить, либо их пинать. Да, мы уже растем достаточно хорошо. Нет, а где ты? Так, ну давай сразимся. Заодно и проверим, что он из себя представляет. Просто ради интереса. Все равно это пока среднее. Мы пока особо не напрягаемся. А в следующий раз попробуем сделать более жестко все. Ну, то есть мы выберем другого персонажа, у которого есть зона влияния, который расширяет, захватывает, колонизирует планеты. Что будет иметь смысл? А где я? Матерь моя. Ну и что ты можешь? Фига себе. Их, по идее, просто много. У меня аж звук поглючил. Не, ну они толпой разнесли бегемота. Что значит инерция войны? Не знаю. Но будет повод сделать другого бегемота. Давайте пока экономического сделаем.
Ха! Флот прилетел. Мы можем сражаться за наших друзей. Так, у нас есть дальняя и малая. Ну-ка. Вот так вот. Хорошо, меня это устраивает. Честно, я вот не знаю, что значит вот это. Дальность и совместимость стол. Ну, я не знаю, как он пойдет. У него есть черепаха. На ближний он точно не пойдет. Не понимаю, как это анализировать, если честно. Как бы вы... От чего я должен шагать? Мы все пытаемся спасти, мать моя. Наших деревяшек. Давайте, ребята, покажем, здесь покоцаны. Фига себе пробивают. Дай свободную камеру. Где герой? Ага. Так, на одного мы им разбили. О, система залпового огня мне нравится. Получи, тварь. О, еще, смотрите, как красиво. Просто его щиты не справляются. Фига чего. Не, ну это, конечно, красиво. Конечно, воевать с ними это отдельная тема, потому что они всегда готовы к войне. Черт, они на ближний подошли. Блин, плохо, один кораблик я потеряю. Есть, выжил. Отлично. Так, что мне надо сделать? Чуть надо, что флот усиливает. Отлично. Так, вот теперь битва героев. А третьей позиции у меня не будет. Че, не ожидал, да? О, у них центральным разобьем, эти пойдут непонятно куда. Да, пришли твари. Ну что, ребята, разворачиваемся. Они... А что это за гурьба здесь? Черт, мне кажется, сейчас сольют одного, да? Центральный у них пал. Че, мы готовы воевать? Мы хоть пацифисты, но за своих мы будем сражаться.
Они то есть мелочевку они слили, чтобы напасть на мои тяжелые. Вы ж твари. Черт, сейчас один у меня умрет из них. О, из моих истребителей. Все, мне один слили. Стоп. Дайте хоть пострю на них. Орлы. Черт, это я не рассчитал, что они так пойдут. Я подумал, что к своим поближе. Черт. Выбыл. Блин, они мне тяжелые, все разбили. Так. У меня есть только короткая дистанция, да? Все пойдем центрально. Все четко на него. Посмотрим, что сможет их. Блин, капец, я посрал. Надо будет бежать отсюда. Камера здесь вообще прям огонь. Я не знаю, как она работает, я просто сейчас смотрю, как она будет показываться. Нет, мне все-таки свободная больше нравится. Я могу... Смотрите, какая огромная бандурина, что еще происходит. Вот что плохо, вот в этой игре все движется по одной плоскости. А в космосе нет плоскости. Мы можем лететь так, мы можем заходить так. Господи. Меня единственный тяжелый разбивает. Фигачь его, фигачь. Они думают, что все могут? На! Все-таки он не такой сильный. Надо его переделать в уничтожитель планеты. Фигачить врагов тех же став, он нам расфигачит. Это мне даром не нужны. Ха! А, мы им героя погубили, отлично. Держись. Вся надежда на тебя. Сейчас мы их продавим. Мы их выдавим из системы. Мы их будем давить до тех пор, пока война не кончится. Хватит меня будить тут. Your actions will only make the war more painful. Ну что, ребята? Попробуем ту же тактику. Все вперед. Эй! Черт, а что за фигня? Ну ладно, что ж делать? Вариантов нет, все равно в центре соединимся все. Я все равно не понимаю, что с этим делать, если честно.
мы пришли спасать друзей. И мы будем спасать друзей. Чего бы это нам не стоило? Они тоже разбили на два. То есть мы им расфигачим этот, а они вот этим будут. Да, они на него. А я его хотел перекинуть, мне не дали. Мне кажется, быстрее его сломает мой. Фига себе, он стреляет. Долби его, черт. Да не моего. Все равно больше. Блин. Почему не смог его перекинуть? Его надо было к основной массе перекинуть. Не знаю как. Ну, в общем, обменялись тяжелый на тяжелый. Ну, че, как тяжелые? Средний на средний. Да, блин, если я нападу, я ничего не добьюсь. Надо уходить. Он в системе сидит. Нормально. Так, что же делать? Ребята, ребята. Ой, эти союз объединили, да, господи. Все, кому не лень, объединяются в союз. Пошли к нам в союз. Фига себе. Не пойти ли тебе лесом? 10. Нужно покупать себе этот, чтобы купить что-нибудь. Держитесь, к вам флот идет, скоро я вас спасу всех. Ресурсы переполнены. По идее, их главное передержать, у них вот это все кончится. Планета. Они, кстати, очень быстро их заселяют. Прям не знаю как. Как сволочь. Система успешно взломана. Сломать сканер. Да, нужны мне. Нормально. Сгибаем не стан, везде стоит союзник в огне. Мы почтим букву и дух нашего союза и окажем любую достойную помощь. Создать бэкдор. Во, ништяк. Так. Сюда мне теперь надо людей. Стой, нет. Мне нужен кто? Мне не нужен мелкий. Мне нужен малый, малый, малый. Создать святилище. Давай. Один ход подожди. Что империя железка предложила перемирие? Согласившись на перемирие, вы будете получать контрибуцию от побежденной цивилизации в размере в течение 12 ходов. Ну вот.
Стоп, в смысле? Не устраивает меня такой расклад. Так, потайной? Your presence and... Ага, сейчас. Так. Что же нам делать-то получается? А, смотрите, если мы сделали контрибуцию, тогда бы им пришлось. Подожди ты. Контрибуция, что это такое? Действие флот. Запустите маскированный зонд в систему для обнаружения замаскированных флотов. Конечно, поможем. Почему не могу на них напасть? What do you sound like? When you squat plans. Вообще офигел. О! Сейчас. А то кто-то им предложил войну. Мир. Тоже мне. Так, ну это казенный флот в целом. Поэтому давайте жахнем. Мы их полностью уничтожим. Этих паразитов. Они все равно будут пытаться каждый раз на нас напасть. Пока у них ресурсы не кончатся. Я за них играл, я знаю, что ими жить в мире не вариал. Самый мир для них мир — это перемирие. Итак, и вот флот Академии, которым располагаю я. Как бы немножко опасный, но... Но мы их прогнали. И пойдем дальше. Будем осаждать их каждую систему. А! Минус герой. Мы один кораблик потеряли. Какая-то мощная пушка сверху. О, они отступают. Я вас убью. В смысле, ничья им, герой жахнул. Чей-то.
Ну-ка. Их уже девать некуда. Давайте уже быстро сделаем. Все. Теперь мы переходим в атаку. Так, Мне-то плевать, чем он ваш народ доволен, недоволен. Сейчас слово. Мне свой народ двигать надо. Пока строить нечего, но мы можем сделать военный. Ах, ты ж гад. А ладно. Ну-ка давай вот этот продадим. Все равно его улучшать надо. И двинемся прямой наводкой сюда. Как-то так. Что у нас по очкам? Взламывать как бы можем, но не нужно ли? Ну что ж, давайте на этом пока закончим. И продолжим в следующий раз. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии. Подтвердить. Всем пока.